Забрал сейчас клапан продувки абсорбера. Один маленького, то есть брал за 480, сейчас он 605, блядь. Ну и как бы все, хуйня, блядь. Вся суть проблемы, что у меня сейчас идет квест в Яндексе. То есть пятый день, 32 заказа осталось сделать за 3 дня. То есть сегодня десяточку сделаю до 12 ночи. Ну и останется 22 заказа, то есть по 11 на сутки, блядь. Левый привод охуевает по полной программе, то есть в наличии привод найти не могу автовазовский. То есть есть какой-то, блядь, там Фенокс, хуёкс, блядь. Все вот эта вот залупа, блядь, ёбаная, блядь. От 5500 начинается цена. То есть когда 2 года назад менял правый привод, все было в наличии, как бы жаба не дала мне купить еще и левый, блядь. То есть можно было вложить десятку, блядь, и забыть об этой проблеме, блядь, лет на 10, нахуй. То есть пробег 310 тысяч, ничего не мененное, блядь, но тем не менее, если брать опыт использования 2114, то есть привода у меня там были штатные с пробегом 500. То есть нихуя не менял, блядь, ни подшипники, ни привода, только один шарус, блядь, поменял, это с дура, блядь. То есть вчера ходил в магаз, сказали сегодня подойти, блядь, заказать, поскольку у них там специальный компьютер в подсобке, которым управляет один обученный человек, который имеет все выходы на поставщиков. Но этот специальный человек сегодня не пришел, блядь, то есть с ним связались по телефону. Он сказал, хули вы ебете мозги, там на полке лежит, блядь, калиновский, автовазовский, блядь, привод в сборе, блядь, только с АБСом. То есть болгаркой схуярить кольцо, блядь, никаких проблем, как бы, вызвать не должно, блядь. Но его, сука, нихуя не нашли. То есть цена вопроса была 4500. И со скидкой я мог бы его забрать, ну, за 4200, 4100 где-то, блядь, примерно. То есть 10% скидку у меня там еще, блядь. Но его не нашли. Аркадий мне вчера нашел в центре за 6500. Вроде бы как АвтоВАЗ. То есть надо туда ехать смотреть. Квест пятый день. 32 заказа. На кону 6100. Привод просто охуевает. То есть идут щелчки уже не только от внешнего шруса, но и уже от внутреннего. Когда едешь по прямой на каких-то кочках, все, блядь, трещит, пердит, блядь, пассажиры просто в ахуе, блядь. Мы ведь доедем, я говорю, не сыть, это АвтоВАЗ. АвтоВАЗ, не сы, доедем. Вот такая вот хуйня, ребята, блядь. То есть этот квест для Калины будет как гонка на выживание, блядь. То есть полторы недели назад защелкал левый внешний шрус, который менял год назад. Ну, не год назад, блядь, осенью, блядь, когда там. Короче, пробег на нем 1020, блядь. Не помню, какой я покупал. Блядь, какая-то морозовая упаковка. Это Белмак, ебаный, блядь. Белмак, сука, не сдюжил нихуя, блядь. Езды, нахуй. Ну, я как бы утопил, еще раз повторяю, утопил весной левую сторону, блядь. Возможно, там в шарусе вода. Также пошел по пизде левый передний ступичный подшипник. То есть все гудит, блядь. Щелкает, пердит, блядь, но пока что едет, блядь. Не знаю, насколько все это хватит, всего этого, блядь, дела, нахуй. Но если заказывать привод АвтоВАЗ, который есть один, единственный на складе где-то в Тольятти, блядь, это будет 7800. Привезут его, не привезут, непонятно. То есть, блядь, в АвтоВАЗе охуенные проблемы, блядь. Просто пиздец, блядь. Я так понимаю, что конвейер тоже там стал, блядь, колом, нахуй. Жопа, блядь. Вот так все время, сука, блядь. Жаба душит, нахуй, а потом, блядь, цены просто, нахуй, взлетают в космос какой-то, блядь. И все пропадает из наличия. То есть сегодня есть, блядь, пошел за кошельком, так скажем, блядь. Вернулся, блядь, через день, блядь, уже нихуя нет ничего, блядь. Ни на складах, ни в магазинах, нигде, блядь. То есть, не знаю, блядь, есть ли смысл покупать Белмак привод в сборе, блядь, за 5500, 5650, если быть точным.
То есть, если Белмак нихуя не прожил, блядь, и 30 тысяч пробегу, блядь, я не думаю, что привод сборе переживет, блядь, 30-ку. Так. Нашел тут у Димы Маликова, блядь, привод, блядь, в сборе, блядь. 2450, блядь. Я, блядь, не знаю, что это за производитель такой, блядь, какой-то нонейм, блядь. Гарантия полгода, блядь. Ну это пиздец, блядь, ребята. То есть белмаговский, блядь, один шрус стоит в магазине полтораху, блядь. 1700 где-то. 1500-1700, блядь. А, самая низкая цена, блядь. То есть по 800 рублей уже нихуя ничего нет, блядь. А здесь, блядь, два шруса и палка, блядь. И все в сборе за 4500, блядь. Практически. Ну что это? Ну что это за хуйня, блядь? 4,3, блядь. Ну, то есть какой-то левак, мне кажется, на. Сука, захрустел, не отъездив тысячи километров, нахуй. Нет, нахуй, ребята, это не наш, блядь. Это не наш случай, блядь. Все это хуйня. Она, блядь, 520 внутренний захрустел, блядь. Я не знаю, внутренний он, сука, самый живучий, блядь. Поэтому я хочу купить чисто АвтоВАЗ, блядь, которого нихуя нигде нет. Вон она, 200, блядь, нихуя себе. Гарантия год уже, блядь. Ну, мне как бы похую, блядь, это. Калина, привор у них одинаковые левые привода, блядь. То есть, ну, тут с АБСом, блядь, единственная вот эта хуйня, блядь, кольцо, нахуй. То есть, болгаркой вот эта вот. Кольцо напрессованное на горячую, блядь. Схуярить, блядь, и все, нахуй. И такой же привод, блядь. Но 2100 рублей я хую, знаю, что там за привод, блядь. Если за 2500 барахло, блядь. Полностью без смазки. Очень тугие. Ну, то есть 2500 со смазкой, но отъездишь 1000 километров. Эти сухие, блядь. Ну, за 200, нахуй. Ну, как этот Карцев в свое время говорил. Вчера, говорит, были раки. Ну, очень большие. Ну, по 5 рублей, блядь. А сегодня, ну, очень маленькие, ну, по 3, блядь. Короче, из говна, блядь, приходится убирать. Запчастей уже на Калину нихуя нет, не говоря об иномарках, блядь. То есть, она, блядь, 2,62, нахуй. Еще, сука, дешевле, блядь. То есть два шруса, палка, блядь, все в сборе, гарантии год. 2000 рублей, блядь. Че я тут, сука, выебаюсь, блядь, не знаю, нахуй. Зажрался, наверное, блядь, уже, нахуй. Со своим Яндексом, блядь. Граната внутренняя выпала через 1000 километров. То есть там захрустело, за 2500 захрустело, а за 2060 там просто все вываливается, нахуй. Все шарики, блядь. Некачественный товар, блядь. То есть я так подозреваю, что это где-то в автосервисах, возможно, в каких-то официальных мастерских забирают какие-то, блядь, привода, возможно, отмывают и меняют пыльники и уже впаривают, блядь, лохам на Авито, блядь. Димон, ну ты чё в натуре, блядь? Или кто там, Полина, блядь, воду мутит опять, нахуй? Тут уже магнитофон не справляется с кого-то, блядь. То есть есть все, блядь, кроме АвтоВАЗа, блядь. А мне нужен АвтоВАЗ, ебаный, блядь, рот нахуй. Вот так вот, ребята, дожили, блядь. Один дедушка страну с колен поднял, блядь. Что, сука, на АвтоВАЗе, блядь. Полный пиздец начался, блядь. Куда бежать, не знаю, блядь. То есть Аркадий как бы нашел в центре за 6500. Вроде бы как АвтоВАЗ, блядь. Но я думаю, если он за 6500 есть в наличии, то это лучше, чем 7800 на заказ, и не факт, что привезут, блядь. То есть полный пиздец, блядь. А квест как бы под угрозой, блядь. То есть мало того, что, блядь, шрус щелкает уже двумя шрусами, блядь.
Точнее, привод двумя шрусами щелкает, так у меня еще и левый подшипник, блядь, гудит нахуй. То есть полторы недели, блядь. А левая часть спереди, блядь. Просто в ахуе, блядь. И подшипник нахуй. И привод, блядь. То есть после квеста, когда будут получены бабки, блядь, будут меняться передние тормозные диски, колодки. Будут куплены ручника. Клапан абсорбера уже приехал. Левый привод. То есть тормоза будут новые в круг. Ручник будет работать. Привода будут новые. Будут подкрашены жучки. И, наверное, буду я калину выставлять на продажу. То есть езжу я на автомобилях в любом состоянии. Но перед продажей я как бы их привожу в рабочее состояние, то есть меняется все на новое. Вот такая вот хуйня. То есть все будет меняться на новое, и, наверное, в августе будет все продаваться, блядь.